Всем большой привет! Приехала я в город Казань и хочу вместе с вами погулять по тихим, красивым улицам города. Здесь в последнее время стало очень красиво. Несколько лет назад к универсиаде здесь все обновили, и такой стал красивый город, что просто хочется гулять и гулять. Сейчас я направляюсь в сторону Кремля, и если получится, зайду в мечеть Кул-Шариф. Смотрите, какие фасады домов красивые. Очень напоминают Питер. Вообще такое великолепие. Город исторический, очень красивый. Много здесь туристов, гостей. Последние дни вот как раз идет по футболу чемпионат мира, по-моему, Кубок Конфедерации разыгрывается. Сегодня 28 июня. По-моему, у них уже последний день. Играет Португалия и Чили. Поэтому до конца дня, как бы до 4 вечера, нам надо уже отсюда уехать. Иначе будут жуткие пробки. До этого нужно выехать за черту города. А сейчас идем в Кремль, направляемся. Приехали мы ненадолго, как бы на один день, и вот у нас 2 часа свободного времени. Решили тут погулять. Очень красивый город. Есть тихие, спокойные улицы, но есть в то же время и суета. Много сейчас студентов, гостей в городе и туристов. Вот уже видны стены Кремля. Смотрите, белокаменные стены, это как раз Казанский Кремль. Сейчас туда поднимемся, немножко вам покажу. Может быть, кто-то не был. Вообще можно сюда приехать, отдохнуть. Город исторический, много интересных мест. Но в то же время есть очень много развлекательных таких мест. Например, с детьми можно приехать тоже. Есть огромный аквапарк, очень красивый. Можно искупаться. По-моему, есть и океанариум. Правда, я там не была, но говорят, что есть. Вот в аквапарке я была. Там очень хорошо. С детьми приехать здорово. Вот он, белокаменный Кремль. Вот это я снимаю. Всем привет! Снимаю со стороны Кремля уже. Вот так спуск идет. Вот старинные такие сооружения. Кстати, к стенам Кремля можно подняться. Вот, собственно, Кремль. На стены можно подняться, посмотреть. И вот, смотрите, карета. Очень интересно, очень красиво, как бы создает атмосферу исторического города. И вот мы видим с вами голубое с белым здание, это мечеть Кул-Шариф. По-моему, это самая большая мечеть не только в Татарстане, но и в России. Эта мечеть, она даже больше, чем Московская соборная мечеть. Я там в прошлом году была в Москве. Вот сейчас в сравнении хочу показать. Вот эта мечеть, она, конечно, великолепна. И архитектура очень красивая. Вот, уходит в небо. Посмотрите, сегодня какое небо голубое. Белые облака. Очень красиво сочетается. А это опять я. Всем привет. Ну, попробуем зайти. По-моему, вход свободный здесь. Правда, народу много. Вот такой великолепный. Великолепное здание. Невероятно красивая. Ну вот мы зашли. На входе выдают платки. Здесь, конечно, с открытой головой нельзя заходить. Но платки везде выдают, как бы можно. Вот такие витражи на окнах очень красивые. Сейчас поднимаемся на смотровую площадку по витой такой лестнице, которая сужается кверху.
Ну, не очень высоко, можно подняться. Может быть, этажа два. Вот, а наверху открывается вот такой вид. Смотрите, какой красивый, огромный купол, расписной, просто чудесной красоты. Очень красивая мечеть. Обязательно посетите, если будете в городе. А это как собор Сюембике, что ли? В общем, здесь много соборов. Это мы еще на территории Кремля. Вот уже вышли около входа, или это выход. В общем, это памятник Мусы Джалиля. Вот опять эта карета проезжает. Ну, сейчас просто пройдемся немножко. Прогуляемся еще. Смотрите, какой красивый фасад. Это, по-моему, Национальный музей. Очень красивый фасад дома. Вообще дома вот по архитектуре как-то напоминают Питер. В общем, Казань заслуживает внимания. Обязательно нужно посетить. Много красоты. Великолепный город. Действительно, третий город в России по красоте. Ну и по исторической значимости тоже. Смотрите, тоже красивый собор. Но мы уже уезжаем, потому что нам нужно успеть как бы выехать из города. Побывали мы недолго. Впечатление вагон. И пора уже домой. Я с вами уже прощаюсь. Всех благодарю за просмотры, за то, что погуляли со мной. И всем пока, до следующего.